Подача. Удар. Уэйтона Шруни забил. Засчитают. Футболисты Бро. С расстояния в несколько метров отправил мяч чужие ворота Уэйн Руни. Еще раз. Это Янг. Безусловно, чуть-чуть руками-то подтолкнул сейчас Адриану Руни. Но это, я думаю, все-таки не Пуков, которые пока не могут там уже выступать. Это все позволит там использовать больше различных вариантов. Руни! Руни! Обыграл здорово, передачу исполнил, но Терштеген мяч поймал. Отразил. Но, по сути, идеально. Единственное, любопытно, конечно, будет свирепая конкуренция за место в воротах. Есть Терштеген, который в прошлом году... Вот бы завершить еще элегантно. Завершил ударом, на который Терштеген не... Вылетает. Очень-очень. Альба. Иньеста. На Педро. На левом фланге. В дальний нижний угол катит мяч Луис Суарес. И на этот раз спокойно ловит. Несколько минут назад уже не было. Суарес. Суарес развернулся и ударил опять штангу в другую теперь. Смотрите, не отдает мяч Блинду и бьет моментально. Тут уже Пике за спиной. Депай. Удар Депая. Руни. И это, между прочим, удар в ствол. Обещает... Ракитич. Очень, очень, весьма в ближнюю девятку. С 44-м номером. Антонио Валенсия вышел вместо Матео Дармиана. И вот он уже в штрафной. Прострел завершать надо. 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Лингард. Вот кто забил. Джесси Лингард под 35-м номером удваивает преимущество. И отдадим должное Валенсии, который не только поддержал. И Джеймс Вилсон, нападающий, хорошую передачу. Ну и Филлини, который увернулся. Играть нужно. А вот еще один эпизод. И если бы чуть поточнее, счет мог бы стать уже близким. А это появившийся на поле Янузай. Обрабатывает мяч. Ближний угол выцеливал. Бускетс на него надвинулся. Но Янузай и решил бить. Не столько в штангу, сколько с внешней...